Привет всем! У нас очередной тренировочный день. Последний день в рамках половинчатой техники. И сегодня мы будем заниматься на площадочке, которая, видимо, заросла народная тропа, потому что ее не то что не чистят, здесь даже никто толком и не ходит. Собственно, это наши стандартные красно-желтые тренажеры и красно-синий прямоугольник. Как и всегда, наши красно-желтые тренажеры опять в ужасном состоянии. Видите, здесь уже все, никаких креплений нет. Что-то там сварено, переварено по 5 раз. Здесь уже все отломано, отбито, переломано. Здесь тоже переварено. И в таком состоянии все красно-желтые тренажеры. Красно-синий комплекс чуть получше, но тоже смотрите, в каком все состоянии. Что-то развалилось, отломалось, переломалось. Сварка везде побита. Вот, если еще не читали мою статью по поводу преимуществ модульной площадки. Модульные площадки — это площадки на хомутах. Они состоят из двух конструкций, фактически столб из трех. Столб, перекладина и хомут. Три элемента, из которых можно собрать вообще все, что хотите, в любом количестве. Плюс, если что-то случилось там со столбом или с хомутом, очень легко поменять отдельный элемент. У сварных конструкций ты ничего не поменяешь вообще никак. Это надо всю площадку менять целиком. А вот модульных прям гениальное решение. В общем, сегодня я буду заниматься на вот этом желтом турничке, потому что на красных я уже занимался. Я надеюсь, он не сломается в процессе. Не хотелось бы погибнуть в последний день такой славной техники. Ладно, в общем, разминаюсь и погнали.
Последняя тренировка в технике половинок прошла успешно. На этом четвертая техника оказывается покорена. Я хотел назвать это видео изначально «Последний день в аду», потому что те, кто проходит эту технику, понимают, о чем я говорю. Она непростая. Но когда я делал сейчас последний подход выпадов, я подумал, что какой к черту это ад? Это всего лишь упражнение, не самое сложное к тому же, в не самом большом количестве, просто с непривычной техникой. И потом я подумал, что в принципе вот мое поколение, оно как-то очень богато на эти вот яркие эпитеты. Прям любит все гиперболизировать и преувеличивать, хотя на самом деле ничего нет. Тут я вспомнил про эту гонку героев. Какие нахрен герои, ребят? То, к чему можно подготовиться за пару месяцев и быть не в самой лучшей физической форме, это просто тупой коммерческий проект, который направлен на повышение ЧСВ у офисного планктона. Не, это все хрень. Не надо этого дешевого пафоса. В общем, на сегодня это все. Увидимся завтра, новая техника. И еще чуточку ближе к концу программы. Пока.